Ну что ж, дорогие друзья, с вами Анри. Мы проходим игру Thief. Спина совсем разболелась. Нам нужно проникнуть в особняк. Но здесь, как мы помним, тоже ребята пришли и хотят тоже туда проникнуть, но у них ничего не получится, потому что я проникну раньше их. Ну, я так надеюсь. Тихонечко. Блять, они там меня палят так, серьезно. Сюда мы не залезем. Ну почему тихо? Что тут зажглось? Кофейные зерна желать? Да уж. Вот бы чарчу. Что тут такое творится? Все, пиздец мне. Пиздец мне. Все. Отвалите от меня, ребята. Это что такое? Да ладно. Во дворе тихо. Как-то я так. Почему включился фонтан? Почему включился фонтан? Что, обоссались? Что мы можем? Блять, собаки. Кто там рядом? Пиздец мне, да? Ну да. Ну все. Походу приехали. Тварь. Так, все, можно. Пиши, пропало. Хотя, в принципе, одного отладил. Что, придется всех мочить, что ли? Ты один остался. Что, можно его замочить, в принципе. Как думаете? Иди сюда, тварь. А чё тебя не одолеть? Ты что, крутой или что? Блять, ну он рубит нормально. Все, тихо, тихо, тихо. А что ты? О! Сейчас мы твою стражу всех мы одолеем. Отлично. Собаку нельзя замочить или все-таки можно? Давайте проверим. В жопу ей. Почему она неубиваемая? Потому что это нечестно. Я сейчас три стрелы собаки в жопу пущу. Тварь, паскуда. Так, а можно их ограбить? Видите, как-то я хотел пройти тихонько, но у меня не вышло ничего. Ну, что ж поделаешь. Придется так. Они, в принципе, все встанут, я думаю. Поэтому надо отсюда сваливать поскорей. Давайте закроем дверку. Как будто все так и было. Ну, дорогие друзья, у нас случились непредвиденные обстоятельства. Черт. Так, а куда надо? Что он показывает, не пойму. Но в дом я проникнул. Зачем ты херню показываешь какую-то, как будто я в кабинет архитектора. Сначала мы затушим свечи. Я думаю, что здесь в доме должно быть очень много полезных вещей, которые мы можем украсть. Тут что-то не так. Блядь, кто это пиздит? Эй-эй. Кто здесь? Кроме меня, плута. Все так, не надо кипишовать. Пожалуйста. Даже украсть ничего нельзя. Что за дом такой проклятый? Так. Так, это я сижу, значит, все хорошо.
свечи. От вяленого мяса хочется пить. Или выпить еще лучше. Кто это говорит? Мне интересно знать. Тушу, значит, свечи, пока никого нет. Плохие времена. Как-то мне стрёмно здесь ходить. Вот так разгуливать. Но очень заманчиво. Здесь кто-нибудь есть? А, он куда пошел. Забираем все, ребята. Мастер, если ты хорошо придумал. Кто это разговаривает? Мне надо все обчистить. Может, все-таки пойти его добить? А тут стекла, я тут не пройду. Я буду скучать по Тиле. Она смешная. Отдыхай. Так, здесь можно... Ты будешь, может, и скучать по Тилле, но... Пока ты будешь отдыхать, я буду все тырить. Свечки тушитесь, пожалуйста. Так. Места под стеклотару нет. Поэтому особо ей не будем заморачиваться. Какая-то кнопка интересная. Ух ты, хух ты, тух, 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 тух. Интересное место. Подземный ход. Здесь что-то интересное, дорогие друзья, мы обнаружили. Здесь можно посмотреть. Сейчас надо смотреть сюда. Та-та, ладно. Зачем мне что смотреть, я пока не знаю. Здесь вроде ничего. А здесь какие-то плиты, надо быть аккуратным, потому что, я думаю, сразу нас прирубят. Ему есть что скрывать. В иных обстоятельствах я бы с радостью тут задержался. Вот. Так, что это за штуки? Я просто обрезаю, кто знает. А, это механизмы, походу, да, я все убрал. Новая карта. Куда я вообще залез, я не пойму. Я, походу, в сад вылез, да? То есть я так, видимо, мог попасть... Или где это я вообще? Мне кажется, что мне сюда не надо. А, я попал. Секреты нельзя хранить в домиках из стекла. Я попал в сад. То есть... Поняли, да, в котором я начал всех людей уничтожать? И, кстати, проснулись уже? По-моему, они так и не проснулись. Ну и черт с ними. Ну, тогда так все и нормально. Я могу здесь опять зайти? В принципе, да, я могу зайти. Давайте, наверное, так обратно и пойдем. Эч! Сейчас, по идее, теперь не должны ловушки работать. Но на всякий случай я буду их обходить. Мало ли. Вдруг я чего-то не понимаю. Надеюсь, повар не встал еще, или кто там? Да нет, отдыхает на стекле. Повар отдыхает. Поймаем всех воров в городе и повесим. Нихера себе, кто такой злой, как собака? Вреддок нас собрался вешать. Всех воров. А не обосышься ли ты? Баланда как отрава. Так, я надеюсь, нас сейчас никто не спалит. То мы так начали хорошо. Так, давайте. Тут просто часики ходят. А вон какой-то демон.
Что он там стоит постоянно? Додик вонючий. Чу? Если тут есть кто, покажись. Ну конечно. Блин. Совсем тоска, если я уже за дверьми слежу. Ну да, дурак совсем ты конченый. Он еще, наверное, где-то здесь. Я здесь, мальчики. Письмецо какое-то. Письмо Маделин. Маделин. Теодор, твои фокусы и с исчезновением библиотеки развлекают прислугу, но я от них устала. Ты в жизни не прочитал ни одной из настоящей книги, и даже к фальшивкам на своей личной полке не прикасаешься. Уж если ты меня избегаешь, хотя бы сделай это тактично. М. Какая? Ай, терпеть не могу эту кожу. Натирает, сука. Натирает кому-то кожа. Блять, сука. Попугайчик меня сдает, вы слышите? А, все, вижу клетку. Блять, заебал. Интересно, что они кладут? Как его обойти, этого додика? Я, в принципе, знаю. Что случилось с этим местом? С кем он разговаривает? Больно. Я его едва раз слышал. Сходи, проверь. Тот наверху. Сегодня со мной лучше не шутить. Наверху стоит Жермен. То есть он мне по-любому будет палить. Будь наготове. Как же на второй этаж попасть по-тихому? Тут вообще стоит постоянно наверху, видели? Тут что-то не так. Так, он теперь там. Может его попробовать убить? Отдохнуть бы. Птица эта вонючая. Эй, есть тут кто? Надо быть наготове. Блять, как? Любопытно. Вот так мы его убираем. Заткнись, паскуда. Так, давайте быстренько попробуем здесь. А ящик не открывается или открывается? Открывается. Так, давайте здесь чем-нибудь стырим, пока тут охранник не проснулся. Я так понимаю, они могут просыпаться. Картины вырезать хочу. Что на той стороне? Давайте туда пройдемся. Нам туда не надо. Но хочу туда пройтись. Может, здесь тоже что стырить есть. Так, друзья, иногда я забываю комментировать все. Блять. Я уверена, это недоразумение. Недоразумение, сейчас вы будете умирать. Будет вам недоразумение. Я там засел давно уже.
здесь можно потырить по-тихому. Правильно я понимаю? А здесь мы сейчас выйдем. Невзначай. Давайте посмотрим замочную скважину. Одна здесь, мадам, а где вторая? Все нормально? Блять, она сюда идет. Ку-ку. Уходи, пока я не позвала на помощь. Ну давай, уходи отсюда, ты сама. Щеколда разболталась. Держи себя в руках. Я буду уничтожать людей. Мама права. Город красивее всего, когда закрывают. Закрывай глаза тогда, чтобы был для тебя город красивый. Так, давайте все потырим, что можем. На пианино мы играть не можем. Так, здесь что-то можно стырить? Нет? Ничего не можем стырить. Здесь можно спрятаться, правильно? Прятаться нам здесь не нужно. Еду ты не берешь. Почему-то ты ничего не берешь. Что, сюда можно было вообще не идти, что ли? Только из-за подсвечника. Ну, как-то не особо это интересно. Так, ага, чуть сейф не пропустил. Здесь что-то должно быть интересное. Эта птица меня сведет с ума. А можно ее убить, интересно? Да заткнись. Да, некоторые, конечно, замки взламывать долго, вот так если... Ну, по-любому не надо было их... Вы сейчас осознаете, что надо было по-любому убирать этих баб, потому что птица это бы мне не дала... покоя. Так, вроде почистил, да? Здесь можно было тоже потушить фонари. Картины почему-то он не особо срезает. Так, там же Бэр спит. Все нормально. Давайте здесь разберемся. Ку-ку. Ты говоришь, что где-то здесь есть тайный ход? Я говорю, что часто видела, как хозяин входил здесь, а внутри потом его не было. И ты не пыталась ничего узнать? Конечно, нет. Я знаю свое место. Ай, мать, ты вся такая благородная. Да не из благородных. Мать. Не... Вы закончили? Мне еще надо собирать вещи. Ладно, ладно, иди уже. Я сам все проверю. Тайный ход. Это то, что надо. Так, тайный ход, мы пришли из тайного входа. Куда? Какой тайный вход? Это твой мастер Иствик явно что-то скрывает. Я ранен! Давно я хотел подраться. Ты сейчас умрешь, а не подерешься. Вот так вот. Стража, на помощь! Все, хорош. Судя по всему, я в этот раз буду очень грубым вором, дорогие друзья. Ну, здесь по-другому у меня не получилось, так что извините, кому не нравится, можете дальше не смотреть, потому как отчаянные времена требуют отчаянных действий, поступков. Поэтому, что я вам... Там кто-то пиздел или мне показалось? У тебя денежки есть. А ну-ка дай сюда. По стеклу походим. Так, давайте там еще пройдемся. По-моему, я там не везде был. Стража! Вот здесь я еще не был. Ведь так? Тушим свечи. Проклятие.
Здесь второй этаж еще есть, дорогие друзья, или третий получается уже. И там кто-то разговаривает. То есть, значит, это еще. Как озаренные это сделали? И они ли вообще? Кто там стучит-то? Тут, походу, дом вообще веселый, посмотрите. Цели, так, убийство или оглушение. Видите, все-таки надо людей глушить. Что вы мне пишете, всякую херню рассказываете, что не надо никого глушить и так далее. Посмотрите, в каждой миссии есть убийство или оглушение. Так что... А, это додики эти проклятые, там разговаривают. Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Мастер, надо действовать деликатнее. Выходите, вам же лучше будет. Деликатней, деликатней. Мастер Иствик. Но мы хотим, точнее, я хочу посмотреть везде, походить, что как, где, может, какие-то секретики еще есть, вот, типа таких, картину с кроликом можно вырезать. Чик, гляньте, как деликатно мы сработали. Какая прелесть. Ходи сюда. Избыток пустоты. На обороте тонким пером написан безумный текст. Интриги ведут к самым разным деревенским приключениям. Свежесобранная кукуруза, непередаваемые ощущения. Потрясающе. Картину мы срезали. Вот. Здесь никаких сейфов нету, то сюда нам, ну, просто поднялись и все. Учитывая, что Гаррет не захотел. Ку-ку. Ку-ку. Так, смотрите, там можно было опустить лестницу, это раз. Пацаны ходят уже или еще лежат? Давайте, до сих пор лежат. То есть они, походу, лежат, пока я не пойду в другую локацию, правильно я понимаю? Да, здесь, конечно, я изрядно поселился, я так еще никого не лутнул, по-моему. Здесь в окно нельзя залезть случайно. Ух ты. А, ну там-то я был. Ну все, получается. И надеюсь, ты обратно перепрыгнешь. Да, молодец какой. Значит, все. Просто бегим. Спокойненько себе. Фу, я испугался этого воробья проклятого. Нажимаем здесь, собственно говоря, на какую-то книгу. Тихо, тихонечко. Есть. Чик. Все. Новая карта. Так, вот он, по-моему, потайной ход. Здесь, походу, какая-то сигнализация или что это? Нам надо вниз ехать, да? Блин, так медленно едет. Вот это мы в преисподнюю спускаемся, мне кажется. Ох, и долго, блин. О, приехали. И что дальше? Это случайная сигнализация? Каких-то... А, можно еще ниже поехать, походу. Едем, значит, еще ниже. Или не едем еще ниже. Куда он показывает вообще, я не пойму. Подним... А, надо было наверх ехать. Вот я проклятый петух. Тупорылый. Едем наверх. Зачем я зажег свое умение? Я не туда поехал. Что же я за человек-то такой? И потом еще выше надо ехать, судя по всему. Так что, ребята, вы не правы, когда пишете, что ты же вор, там, не убивай никого. Что он там делает наверху? Любуется на то, как рушатся его монументы? Увы, не могу оставить его наедине с мыслями.
Мне нужны чертежи. Дверь откроется или? Алло. Что за глюки, блядь? О. Видите, пока нормально, не ругнешься. О, вот это что он тут делает. Это объясняет его нежелание сотрудничать. Сначала Корнелиус, теперь Иствик. Кажется, быть помощником барона вредно для здоровья. Так или иначе, он был обречен. Найдите план крепости в кабинете. Теодор Иствик! Служитель Льва! По приказу самого барона, имя Садон Христа, вы должны сдаться Болонской страже! Ну, сейчас, конечно. Крепость в миниатюре. Миниатюрная крепость – точная копия оригинала, как и заказывали. Она повторяет оригинальное строение в мельчайших деталях до последнего окна. Конечно, она не передает великолепие, воплощенное в монументе барона, но своим целям служит. Давай, полез быстрей. Зажигаем свое зрение. Так, давайте тут подберем что-нибудь. Так, наконец-то мы ушли из числа 666. А его как-то надо снять, да, этого Иствика? То есть надо стрельнуть стрелой. Что-то у него еще и выпало, помимо того, что... Что ты там, Иствик? Жди здесь. Кажется, щитовик идет сюда. Щитовик. Опа, видели? Да, здесь. Есть. Щитовик, иди сюда. Тихо. Есть. Так, что-то интересное. Ого, там. Ты был самым большим поклонником своего таланта. Решите головоломку диорамы. Найдите план крепости в кабинете. Так. Здесь ничего не надо. Ладно, давайте спустимся. Хорошо, хоть не на время, пока эти додики там, знаете. Нахера он прыгнул, если я хотел слезть? Перо. Надо, короче, сюда идти. Вон там крысу Салли Джексон со мной. Это все хорош. Крепость. Самая интересная часть этой дорогой игрушки. Придется поиграть. А что делать надо? Давайте посмотрим. Что-то я не особо люблю головоломки. Надо, чтобы модель стояла так же, как само здание, пока оно не рухнуло. Как здание стояло, я не знаю. А что это две крутится? Блин. Так. Может так? Нет. Черт, не так. Что-то не так вроде. Блять, вроде ж так все идет. Да заткнись. Да ладно, что ты начинаешь? А, ну, в принципе, там оно на дальнем плане, да? Или то не оно? Окошки здесь есть. Не понимаю, как оно должно выглядеть. Не совсем понимаю, точнее. О, вроде собрал. Все как полагает. Да все хорош, заткнитесь там.
Боже мой. Все-таки украдите план крепости и бегите. Краду. Сейчас они походу ворвутся. Ой-ой-ой-ой. Что-то горится. Ого, щитом, мудак. Сейчас, походу, мне припишут вот эти убийства архитектора. Не-не-не-не, хорош. Хорош. Добрый вечер. Добрый вечер. А куда бежать? Сюда? Я надеюсь, сюда. Ну как так страшно. Добрый вечер, говорит. Блять, я боюсь, дорогие друзья. И это просто... Давай, давай, беги, беги, Гаррет, беги. Отлично, молодец. Так, тут надо сейчас быстренько. Так, это отверстие в основании крепости. Это парад, вот или вытяжной канал. Идти через него самоубийство. Значит, у меня будет преимущество внезапности. А это что? Должно быть сейф барона. Говорят, он больше дома и набит драгоценность. Так, новый документ. Шифр большого сейфа 31198. Это потрясающе. Значит. Еще документ или это тот же все? А, все тот же. Так, дорогие друзья, ну что ж, на этой оптимистической, кому как удобно, ноте, я думаю, мы закончим нынешнюю часть. Дальше будет интересней. Вы представляете, мы будем лезть в самое пекло, к дьяволу. Взгляни на товары. Давайте взглянем на товары напоследок. Стрелы, это все мне не особо надо. Продать только можно. Зачем канатная стрела? Нет, короче, товары особо у него не нужны мне. Хотя стрелы я бы запасся. Да ладно. А что у меня с этим? Все нормально, короче. Я думаю, что все хорошо. Так, ну что ж, дорогие друзья, увидимся с вами в следующей части. С вами был Андрей, всем пока, спасибо.